Всем привет, с вами Говорил, и это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет на Джиггернаута, его название Traveler of High Plains. Давайте рассмотрим модель нашего Джиггернаута. Вот такой воин в серых одеяниях. Что хотел бы сказать по поводу данного сета. Это довольно старый комплект на Джиггернаута. Как вы могли обратить внимание, у нас модельки вещей и текстуры, ну, выглядят грустновато, но несмотря на это, я бы не хотел сказать, что это плохой сет, так как мне в этом комплекте нравится маска Джиггернаута и вот этот меч, который немножко изменяет анимацию первого скилла. Так, данный сет состоит у нас из 4 частей, все они Uncommon Grade. Давайте посмотрим, как выглядит Джиггернаут в игре. Вот такие чуваки. Ну, как бы, довольно сильно различаются, так как у нас маски разные, разные вот эти шубки. Здесь у нас рыжая, здесь серая. Также брысерки разного цвета, ну, сильно различаются. Сзади вот Джиггернауты выглядят вот так. Меч этот довольно симпатичный. Давайте посмотрим, как выглядит анимация первого скилла, вот, если включить. У нас второй Джиггернаут, как всегда, неактивный. У нас добавляется немного оттенки белого во время кручения. Может быть, еще Джиггернаут появится и покажем. Вот это основные изменения. Более серый такой коровеночек. Давайте еще раз попробуем попросить Джиггернаута, может быть, он нам покажет изменение первого скина. Ну, не хочет. Ладно, не будем настаивать. Так, это, пожалуй, все изменения. О, ну, видите, красное свечение, а здесь у нас немного белый такой круг. Вот, высока давайте посмотрим. Так, а на этом все? Или нет, не все? Я забыл рассказать об иконках наших персонажей. Вот у нас сетовая иконка. Напоминает. Ну, не напоминает корова, но у нас что-то такое. Не знаю, череп какого-то крупнорогатого скота. И стандартный Джиггернаут с квадратной этой масочкой. Так, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.